Теперь подробнее. В речном порту Уфы в ближайшие полтора года будет действовать внешнее управление. На это время вводятся моратории на удовлетворение требований кредиторов, объем которых оценивается в 81 миллион рублей. План внешнего управления должен быть подготовлен и представлен на утверждение собрания кредиторов в течение месяца. Введение внешнего управления – это следующая стадия банкротства предприятия. Ранее в порту по иску судоремонтно-судостроительного завода была введена процедура наблюдения. Речной порт занимается добычей нерудных стройматериалов, а также их перевозкой, отгрузкой и отправкой по железной дороге. Сдает в аренду складские и офисные помещения, а также оборудование. Выручка предприятия за 2015 год составила 196 миллионов, а чистый убыток – более 40 миллионов рублей.